Здесь мы не пройдем. Заперто. Сюда. Ты загляни. Я подожду. Жди тут. Салли, все чисто. Залезай. Эй, помоги открыть. Эй. Мы же не знаем, что по ту сторону. Да. Точно. Я перелезу. Проверю, что там. Ладно. Эй! Прицел? Да. Черт, уже? Вас тут не хватало. Что это? Тут какой-то труп. Остановите его! Давай, чисто! Где тебя носило? Да так. Неплохо. Ну-ка, помоги. Давай, сюда. Надо спешить. Салли, сюда. Отойди. Заперто. Опять. Так. О, посмотри. Опускай.
Есть там что? Подожди, я посмотрю. Держи его! Попался! Я отстрелю замок. Да что ж такое? Салли, помоги! Тут полно агентов. Волнуюсь я за Хлою и Каттера. Где они могут быть? Почему вы не во Франции? Вас спасаем. От чего? Боялись, вас поймали. Или хуже. Но почему? Ну, Толбот подкараулил нас в замке. Он ждал нас. Мы думали, что и вас выследили. Ну, они тут, рядом. Ну, ясное дело. Так что лучше не привлекать внимания. Что у вас случилось? Мы сутки не можем с вами связаться. О, забыл денег на телефон кинуть. У тебя авансовый тариф? Ну да, контракты — это же грабеж. Что, мой сломался? Опять? Ладно. Проехали. Ты не представляешь, что мы нашли. Тут все записано. У Элизабет в Сирии не просто шпионы. Все эти люди – члены некоего герметического тайного общества. Британская оккультная служба, Школа Ночи, Клуб Адского Огня, Орден Золотой Зари – все они связаны. Так Джон Ди? И Фрэнсис Уолсингем, и Уолтер Релли, и даже твой Дрейк – они все оттуда. Их интересовала власть. Контроль над врагами посредством шпионажа, обмана, страха. Эй, парни! Так, так, погоди. Так Марлоу и ее люди? Все тот же тайный орден. Ему уже 4 века. Сейчас есть дела поважнее. Да, надо уходить отсюда. Да, да. Вот, смотри. Quod est superius. Est sicut quod est inferius. Что наверху, то и внизу. И это ключ ко всему. Нам надо на самый верх этого замка. Ха, вот и лестница. Отлично.
Это поможет нам найти путь в гробницу. Вход наверняка где-то здесь. Самая высокая башня. Значит, надо просто перейти. Иди. А, черт, проклятие! Ложись! Что теперь? Это единственный путь к башне. Ну-ну. Вообще-то собирались по-тихому. И что? Нельзя отступать! Да, цель близка. Попробуем обойти их. Они здесь. Надо только найти их. Пусть Каттер только попадется. А те двое? На том свете. Толбот прикончил их во Франции. Оттуда! Граната! Подножия башни есть вход. Идем наверх, посмотрим, что там. Ну вот, ворота. Чарли, поможешь? Давай. Ну что? Ага, чисто. Есть! Все, опускай. Пошли, за мной. Наверх. Класс! Класс! Класс!